Новый состав общественного совета при администрации Искитимского района провел первое заседание. Полномочия предыдущего совета истекли. В июле был сформирован новый состав. В него вошли представители общественности, образования, СМИ, депутаты. Первое заседание носило организационный характер. На очередной срок полномочий общественного совета необходимо выбрать председателя. Яков Ханин в этот созыв получает единогласную поддержку членов совета. Заместителем председателя становится Ольга Шпет. У нас вошли со всех сторон люди, да, и совет ветеранов, и совет женщин, и работающее население, ну и депутаты в том числе. Я думаю, что мы разберемся и поможем нашим жителям как-то в решении жизненно важных вопросов. Задача общественного совета – наладить взаимодействие между населением и органами власти, вести общественный контроль. Члены совета планируют участвовать в публичных слушаниях, в сессиях районного совета депутатов, активнее работать в муниципальных образованиях и рассчитывают, что роль общественного совета в новый созыв станет еще весомее.